Коллеги, в ближайшие 20 минут мы посвятим разговору о некоторых тонкостях реализации IT-проектов, но перед этим я хотел бы вас спросить, поднимите, пожалуйста, руки, кто из вас участвовал в IT-проектах? Ну, больше половины зала точно. И второй вопрос, кто в результате реализации проектов выполнил их в срок? Ну, да, их меньшинство. Тем не менее, запомните этих людей. Участие вдвойне ценно, поскольку они обладают поистине сакральными знаниями о том, как выполнить проект.